стенах Брестского государственного университета имени Александра Сергеевича Пушкина на филологическом факультете или в литературно-художественном храме науки, как его иногда называют студенты, постигают дисциплину те, кто интересуется русским словом и литературой. Через эту ступень образования за время существования факультета прошло большое количество талантливой молодежи, многие из которых впоследствии стали известными учеными, писателями, учителями, журналистами. Здесь развивается активная студенческая молодежь, которую готовят профессиональные педагоги. Сегодня филологический факультет – это такая серьезная структура в нашем университете, где обучаются и белорусские, и иностранные студенты, где работает много профессионалов. Достаточно сказать, что 85,7% преподавателей нашего факультета – те, кто имеет ученые степени и звания. И отрадно отметить, что 83% из преподавателей нашего факультета – те, кто является его выпускником. Это говорит и о той атмосфере, обстановке, которая сложилась здесь, годами поддерживается. Конечно, это все благодаря и студентам, и, безусловно, нашим преподавателям. Сегодня первоприемниками словесных традиций являются белорусские иностранные студенты, которые поддерживаются и развиваются на филологическом факультете. Среди этих людей много тех, кто давно для себя определил словесность как хорошую площадку для дальнейшего развития не только творческого, но и научного потенциала. Когда я выбирала, куда поступать, я поняла, что филология, язык, литература – это то, что ближе всего мне. Позже я определилась уже с тем, что язык все-таки мне как-то приятнее на душу ложится, чем литература. Я вообще считаю, что любое место – это площадка для роста какого-либо человека. Если ты сам умеешь что-то брать, и если тебе там что-то новое дают возможность учиться. И филологический факультет – именно такая площадка, потому что преподаватели дают много нового материала, мы изучаем то же самое, что мы учили в школе, с таких сторон, с которых я и подумать не могла, что они вообще существуют. И здесь много различных мастер-классов проходит, конференций. В Брестском университете, на нашем факультете, я встретила настоящих друзей. Обрела людей, которых могу назвать учителями с большой буквы. В моем багаже именная пушкинская стипендия, участие в научных конференциях, публикации, участие в конкурсе «Поверь в себя» название «Студент года» и многое другое, что с уверенностью позволяет мне сказать, что профессия филолога самая лучшая на Земле. Филологический факультет за эти последние 2 года дал мне невероятно много. Я стала шире смотреть на мир, шире смотреть на язык. И мне кажется, что с каждым днем я все ближе становлюсь к своей цели для того, чтобы доказать, что наш мир – это язык в сущности, и мы сами влияем на этот язык, как он на нас. А потому, несмотря на век информационных технологий, любители слова и литературы не переведутся никогда. Ведь язык – это значимая часть жизни каждого из нас, и интерес к этой науке не утихает. Студенты и преподаватели филологического факультета в этом убеждены, и ежегодно их ряды пополняются единомышленниками. В этом году наш филологический факультет прирастет новыми студентами, магистрантами. Мы осуществляем набор на такие специальности – традиционная уже для филологического факультета, как белорусская филология, литературно-редакционная деятельность, русская филология, литературно-редакционная деятельность. И в этом году мы возобновляем набор на специальность русский язык и литература, иностранный язык, английский для белорусских студентов. Потому мы ждем новое пополнение. Из года в год филологическому факультету Брестского государственного университета имени Пушкина есть чем гордиться. Дальше, уверены любители слова и литературы, будет только интереснее.